На повестке дня проблемные объекты. Губернатор Югры Наталья Комарова проинспектировала ход возведения социальных учреждений в городах региона. Обсуждали строительство трех организаций. Это школа, детский сад в Перегребном Октябрьского района, подобный комплекс в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района и детский сад в микрорайоне 20А в Сургуте. Возведение здания дошкольной организации в нашем городе осуществляется за счет средств инвестора. Работы идут с отставанием от графика. Общая готовность будущего садика на данный момент составляет 60%. Остались незавершенными отделка фасада, внутренний ремонт помещений. Также в учреждение еще не поставили оборудование. По словам главы Сургута Вадима Шувалова, планируется, что все работы закончат в четвертом квартале 2018-го. Работы ведутся также с отставанием от графика. На объекте прошли уже 4 проверки. Следующая состоится 21 мая 2018 года.